В 2020 году в Одинцове по губернаторской программе «Наше Подмосковье» будет установлено две детские площадки. Игровые комплексы появятся на улице Чистяковой возле дома номер 8 и на Можайском шоссе между домами номер 104 и 110. Установочные работы должны завершиться до 30 августа. Помимо этого, планируется дополнительно оборудовать 12 детских площадок в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий. Адреса установки можно уточнить на сайте администрации Одинцовского округа.